Добрый день. Автоматическая кормушка для аквариумных рыб. Может кормить рыб двумя видами корма. Это грановые для сомиков и тетраны для рыб. Работает как в автоматическом, так и в ручном режиме. Можно задавать количество порций и не дозируется, сколько рыбам надо корма. Плюс паузу за между порциями. При включении кормушки выключается фильтр и компрессор. Увеличивается освещение на заданную яркость. Включаю режим ручного кормления. Настроен на 2 порции. После того, как кормление будет закончено, включится обратно фильтр и компрессор. И яркость освещения вернется на автоматическую величину. Добрый день! В первом ролике я показывал кормушку и как она работает. Сейчас покажу, как она устроена. На верхней пластине установлен сервопривод SG90 и относительно вала просверлено 2 отверстия. Одно с емкостью для корма, второе для гранул или таблеток для сомиков. Количество порций и пауза между порциями задается в настройках. Нижняя пластина имеет форму крышки от аквариума, то есть может иметь любую форму, так же как и верхняя пластина. И делается из любого материала, который есть. На двигателе установлен диск с отверстием. От толщины диска и диаметра отверстия зависит объем одной порции. В нерабочем положении отверстие на диске находится по центру, поэтому корм для сомиков не провалится в аквариум. При команде «кормить» отключается фильтр и компрессор. Загружается корм, выдерживается заданная пауза между порциями и происходит подача корма в аквариум. Выдерживается пауза и цикл повторяется заданное количество раз и возвращается в исходное состояние. Кормушка устанавливается вместо крышки для кормления или удобное для вас место. Блок управления собран на Arduino. Это первая версия, которая работает более 5 лет. Блок управления содержит 7 настраиваемых независимых каналов. 3 канала для управления освещением с возможностью регулировки яркости ламп. Шаг изменения яркости ламп 0,4%. Также управляет фильтром, компрессором, обогревателем, кормушкой. Есть автоматический режим, который исправляет ошибки настройки управления освещением. В нем указывается заданная яркость, и он автоматически ее поддерживает. Независимо управляет 3 аквариумами, 2 по радиоканалу RF. Так как аквариумы находятся в другой комнате, расстояние около 7-8 метров, плюс 2 стены. Блок управления, вторая версия, расширенные функции устройства, больше каналов управления, более информационный экран, собран с готовых блоков, что повышает повторяемость устройства.
разобранном состоянии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!